Всем привет! Kawasaki VN900 Vulcan, 2007 год, по VIN-номеру. Кто следит за моим инстаграмом, видел, что мы этот мотоцикл выбирали, подбирали, искали в нем косяки. Кто не подписался, подпишитесь на мой инстаграм и на канал. И один из косяков — это были потрескавшиеся пыльники-вилки, которые сегодня, ну, срочно нужно поменять. Вилка сама не течет, есть там определенная пыль и грязь на сальниках, я это дело почищу, помою. Поставлю новые пыльники. И сегодня я вкратце хочу вам показать, как из этого огромного мотоцикла снять вилку и заменить пыльники. Поехали!